Произошел трагический момент сегодня у нас. Ребята, все. Не в плане все совсем, все, а в плане все. Они, короче, меняют штаны на обычные. Саня меняет кепку. Егор выбрасывает пиджак. Короче, посыпалось все. Они хотят быть обычной серой массой. Серой китайской массой. Но ничего, мы с Владом еще держимся. Мы до сих пор в офигенных своих костюмах. Мы будем вывозить. Мы мощны, ребята, так что... Пятерочка. Так что половина команды еще в силе. Ты не можешь набрать на себя камеру. Но, может, вы, кстати, этого не увидите. Да, потому что снимать мы не умеем. Потому что снимать мы не умеем. Ребята, мы в Шанхае! Это Шанхай, детка, это Шанхай! Мама, я в Шанхае, мама, я в Шанхае! 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 Надо зашить. Мне нравится этот камзол, надо зашить. Качество. У нас лифт едет только на один этаж. Из огромного 90-этажного здания он едет только на один. Сделали такой лифт. Как сказки. Да, ему там это Skywall! Мы только что прогулялись на 88 этаже одного из самых высоких зданий Шанхая. Без перил. По улице, без перил. Просто идешь на 88 этаже, без перил, вокруг ничего нету. Только... Но снимать там нельзя, поэтому у нас есть только одна фотография. Вот она. И нам дали ордена Человека-паука. Ссылка в описании. Но это, конечно, бомбически. Очень страшно. На край прям, на край ногой, туда ногой. Это очень страшно. Это просто... Мы с Макаром визжали как сучки. Реально. Это было очень круто. Это реально того стоит. Стоит до хера 4000, но это того стоит. Вообще бомбически. Заряженные парни. Короче, мне шесть отклонило, они да. Да. Вторая вот отсюда. Я прям видел, как она открыла эту фотку. Подожди меня. Короче, в обычном магазине продается слим-вибратор, софт-вибратор, кольцо-вибратор, куча презиков. Но вибраторы тоже, это все-таки говорит о том, что они нуждаются. И вот этот dual-head-вибратор. То есть может реально человек прийти и купить вибратор среди ночи. То есть прям проблема. Прям срочно тебе стало. У них прям проблема, да. Пришел, взял и хорошо лег спать. Давайте тоже возьмем. Егор, опять здесь уже полтора недели, да? Мы сблизились. Мы просто сблизились. Как никогда. Очень давайте сильно. Тоже возьмем. Ребята, мы находимся в арт-квартале. Это искусство как бы. Вот конь 256 тысяч рублей. Конь с раздвинутыми ногами. Конь балерина. Какой хорошенький. Поверни на селфи камеру. Где там, вот, знаешь? Вот, все. А, вот так?
такой. Отнюдь. Как будто муха. Вообще, а я не вижу себя, вообще в них ничего не видно, все плывет. Попробуй одеть. Да вот так стоит, смотрите. Да нет, там больше. Пусть он научит. How much? Очень дорого. Егор, а ты будешь брать? Будем уже играть в сет. Куски дерева. Натуральное дерево. Пошел. Еще. До пальца. До пальца, Саш. До пальца еще 20 сантиметров. Ну еще до пальца чуть-чуть. Вот. Вот. Снято. Мама, я в Китае. Мама, мама, я в Китае. Что-то не то творится. Переодеваемся прямо у торгового центра, если кто не понял. Мы такие чумовые. Ой, ой, ой. Что тут происходит? Мы пытаемся попасть в нашу квартиру в центре города, но пока не очень получается. Почему? Потому что здесь... Ахер, как быстро говорят на английском. Сегодня мы поедем на аттракционы. И знаете, что главное? Спросите меня, что главное? Что же главное? Главное не обосраться. Hello! 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 Саш, как тебе наш дом? Презентабельный. Очень презентабельный. Как в элитных районах? Да, элитный дом, жилой комплекс, красные кхмеры. Сельский фэш. Это альфа поведение вообще. Врубили свет специально на себя. Саша снимает сельский фэш. Не хочу печень. О, давай. Как тебе такой дуэт? А он хорош. Я бы хотел быть как он. Сколько бананов, пацаны? Не до я. Ой, блядь, не помоги мне. Еще по яйцам не дал. Ой, сколько бананов, сколько бананов достал Влад? Не дохуя бананов. Зато два кокоса. Два кокоса повреждены. Взялись за руки.
Мы сила. Так, может, сука, ладно, это. Так. Давай. И на счет три ложимся назад на коленки. Раз, два, три. Опа! Все, а теперь пляж нормально. И пошли маленькие бежарочки. Куда? А куда? В какую сторону выйдет? Сань, ты плохо сел. Ты плохо сел, Сань. Бля, макарный. Сань, иди сюда. Почему такой злой дыр? Саня. Саня, он злой уже. Ты видишь злое лицо у него какое? Слой бока. Юпан. Ну, практически. Ну, кто ты, Сань? Оксимирон я. Бля, я даже такого не знаю. Макар будет есть дуриан. Дуриан! Ой, как же он купил. Поталя, поталя. Купил не свежий, распечатанный, а уже давно-давно. Ой, Саня, почувствуй носочки. Как же воняет. Ну да, нормально. Попробуй, Егор, попробуй. Нет, покорми боюсь, Егора дурианом. Я боюсь, чтобы не вонять даже. Если не вдыхать, а сразу вдыхать. It's okay? Nothing. Вообще супер. Yes. Okay. капает с рук. Ты зачем об руку вытер, об голову? Хамец. Пождем с Егором немножко дуриана. Какой он интересный. Я вам не советую вытирать это об себя. Снимай, ребят. Запашило Пособь будет. Снимай. Попробуешь? Не надо, я не буду. Да попробуй. Да я пробовал, Макар, много раз. Какой же говной он воняет. Что жаль, камера запах не передает. Это как носки трехдневные, наверное. Макара, Дельные. Мои, Санька и Влада. Мои не пахнут. Да, штучка, конечно, вонюченькая, ребят. Если вы как бы чувствительны сильно к запахам, вы это не съедите. Хорош. И в темном-темном Шанхае Владика проститутка схватила за... Я видел вчера? Сань, а? Че он от тебя спрятался? Бля, я не знаю, от меня он воняет. Хотя дуриан ели вы. Короче, внутри жилого комплекса есть офигенная тема. Фотостудия. Фотостудия типа короткого цикла. Ты записываешься, и тут вообще все для дураков. Иди сюда, смотри. Короче, тут даже написано вот на фасаде, типа, записался, пришел, тебя накрасили, сняли, выбрал фотку, отретачили, финиш, все. Очень круто сделано, реально, в качестве, ну, вот, бизнес
процесса, это прям очень круто. И вот там вот есть примеры. Тут здоровенный, здоровенный экран с мухой, на котором написано, ну, на котором примеры фоточки. И причем фотки прикольные реально, не то, что вот у нас возле метро фотка. А реально четко, вот смотри, семейные фоточки, бэм! Понятно, что это как бы. И вот там, если вот с этой стороны обойти, вот там, смотри, видно, там, короче, можно прям приодеться. Одежда не то, что ты приходишь в трениках, короче, у тебя в трениках, бэм, фоткают. А тут красиво прям все делают, четко. Прикольно, мне нравится. Something wrong.